Он рад беспокоиться за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Тот храм, который я видела с берега. Который я видела с берега. Я прибыла как раз вовремя. Похоже, сектанты были здесь.
Я прибыла как раз вовремя. Похоже, сектанты были здесь. Здесь, наверное, проводят обряды в честь солнца. Он рад беспокоиться за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Он рад беспокоиться за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Если упаду в воду, долго не протяну. Тут не перебраться. Придется идти назад.
Он рад убеспокоиться за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Кажется, выход здесь. Тут не перебраться. Придется идти назад.
Конорату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Тут не перебраться. Придется идти назад. Конорату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили.
Грэм. Он рад беспокоиться за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Больше я не унесу. Он рад беспокоиться за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Ишик, хочешь послушать историю из тех, что рассказывала моя мама? С удовольствием. Ты же заметила колодцы с водой по всему городу, да? Он рад беспокоиться за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили.
Сетен сасени мендут. Баши? Привет. Тебя тоже изгнали, да? Да, Ишик. Я Часка. Я Лара. Меня прислал Писку. Писка мертвец? Послал тебя ко мне? Ты проиграла ему в Патолле? Нет. Мальчик Таки проиграл ему свои кубики, и я пытаюсь их вернуть. Писку сказал, чтобы я поговорила со всеми изгоями, и тогда он мне их вернет. Странно, что он не стал уговаривать тебя сыграть на них. Пытался. А, могу тебе сказать только, что меня изгнали. Как Писка. Я потеряла и работу, и положение. Но это была не случайность. Меня изгнали из-за моего поступка. И я о нем не жалею. Что случилось? У тебя есть дети? Нет. У меня тоже нет. И Шчель не благословила меня. Но я помогла появиться на свет трем детям моей хозяйки. Я любила их как родных, пока меня не изгнали. Что ты сделала? Я воровка, Лара. Что ты украла? Ожерелье из нефрита. Зачем? Самая младшая Каяра увидела его в гостях у друга и взяла. Позже за ней пришли, ее бы изгнали, а ведь она еще ребенок. Я сказала, что это я его взяла. Хозяйка забрала у меня ожерелье и разбила его об пол. И меня изгнали. Мне так жаль. Не жалей меня. Я бы снова так поступила. Каяра усвоила урок и проживет достойную жизнь. А я могу отдавать почести и Шчель своим шитьем, как учила меня мама. И моя Каяра приходит меня проведать. Спасибо за твою историю, Часка. Каяре с тобой повезло. Удачи, Ишик. Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. А на твоей родине дети уважают старших? Это часть взросления. Раздвигать границы. Они в опасности? Нет, стражи им грозятся. Но в детстве ведь они и сами бросались камнями. Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его... Привет. Ты же изгой, да? Да, Ишик. Приветствую. Я слышала, ты говорил про белую капибару. О, не одна.
Их тут много. Писко отправил меня поговорить с изгоями. Ты охотник? Теперь да. Я был фермером, но такая жизнь не для меня. Я был будто заперт. Должен был все время оправдывать ожидания своей семьи. Но я смог найти собственный путь. И виновата в этом белая капибара? Нет, Ишик, целое стадо. Как-то ночью они пришли на мое поле и все вытоптали. Я не пытался их остановить. Я просто смотрел. Они навели меня на мысль. Целое стадо белых капибар. Что, если я смогу выследить их? Смогу бросить работу в поле? Получилось? Лучшее решение в моей жизни. Отец отрекся от меня и отдал ферму сестре. Но мне все равно. Я теперь охотник. Меня зовут Пайму Белый. Спасибо, что поделился со мной, Пайму. Спасибо, Ишик. Моя жена очень больна, как и многие другие. Это чужаки принесли болезнь. Кто-то должен что-то сделать. Он рад убеспокоиться за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Извини, сюда нельзя. Он рад беспокоиться за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Римок, кажется, у нас гости. Посмотри, что... Привет. Привет. Ты Лара, верно? Тебя прислал Писко. Да. Я Мараэка. Я уже второй раз за сегодня слышу твое имя, Лара. Сектанты говорят о тебе. Это ты начала очищение. Ты нашла ключ Чак-Чель. Да. Не печалься, милая. Очищение уже давно надо было начать. Нужно решить, продолжать или начать все заново. Нелегкое решение. Ты это слышал, Римок?
Решать судьбу всего мира, говорит, непросто. Она мне нравится. Ты права, Лара, непросто. И если решение примет секта Кукулькана, нас сделают рабами и назовут это спасением. Верно же, Римок? Он неразговорчив. Сектантами движет страх. Страх чего? Страх внешнего мира. Страх перемен. Но снаружи нам угрожает то же самое, что есть в каждом из нас. Наш враг — это страх, а не перемены. Только перемены постоянны. Ты смотри, как я разболталась, Римок. Леди хочет купить что-нибудь полезное для своих поисков. Приходи, если нужно. Но будет что-то еще. Чем я могу тебе помочь? Посмотри, что у меня есть на продажу. Забирай. Спасибо. Забирай. Отлично. Забирай. Приходи, если нужно будет что-то еще.
Он рад уже спокойно. Ты ешь? Тут продается все, кроме барабана Римака. Спасибо. Забирай. Спасибо. Тебе на это вряд ли хватит. Отлично. Забирай. Спасибо. Забирай. Отлично. Забирай. Отлично. Спасибо. Отлично. Забирай. Приходи, если нужно будет что-то еще. Посмотри, что у меня есть на продажу. Беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Писко? Ты со всеми поговорила, ведь так? Да. Но ты все равно не поняла. У них у всех есть надежда. Чтобы выиграть, тебе нужно постараться, Лара. Надежда — это одно. Но все, кого изгнали из города, наслаждаются своей жизнью, несмотря ни на что. Даже ты, Писко. Ну, я играю в Патоле лучше всех в Пайтите. Ха, неплохо для мертвеца. Совсем неплохо. Итак, что ты узнала? Я поняла, что, пожертвовав чем-то, можно сделать жизнь лучше. Что не стоит ограничивать себя наследием своей семьи, можно найти собственный путь. Любовь сильнее смерти. И нужно верить во что-то большее, чем просто в себя. Но невозможно контролировать все на свете. От того, как ты поступаешь, зависит, кто ты. Хорошо сказано, Лара. Ты точно не мертва? Так и думает, что проиграл лишь потому, что ему не повезло. Но не кубики выигрывают игру, а умелый игрок. Теперь ясно. Что ты думаешь о Мараеке-изгнаннице? Она ждала меня. И как будто немало про меня знала. А, она про все знает, Ишик. Она продает необыкновенные вещи, только боги знают, зачем они нужны. Я видела. Повезло, что ты нашла ее. Она часто собирает товар на продажу где-то за пределами Пайтити. Она показалась мне самой
жизнерадостный. Так и есть. У нас в Пайтите говорят, мы вершим свою судьбу. Мы не выбираем обстоятельства, зато выбираем, как в них поступить. Пожалуй, Такию надо это усвоить. Хорошая игра. Спасибо, Писко. Я верну кубики Такию. Следуй за звуком барабанов. Он рад беспокоиться за Эцель. Нужно сказать ей, что его схватили. Я не понимаю. Много общего с Приорским. Не могу понять, что это значит. Он рад беспокоиться за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Посмотри, что у меня есть на продажу. Что ты ищешь? Тут продается все, кроме барабана Римака. Приходи, если нужно будет что-то еще. Thank you.
Он рад убеспокоиться за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Да какой Алуш? Должно быть, это все дети. Что-то не так? А? А, да-да. Что-то точно не так. Каждое утро я просыпаюсь, а у меня в доме все переставлено. Ты говоришь про Алуш? О, нет. И ты тоже. Алуш не существует. Это все дети. Им просто нравится меня мучить. Тебе надо запереть входы. Они к тебе не попадут. Я пробовал. Они все равно пробираются внутрь. Наверное, проще сменить дом.
Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Нужно сказать ей, что его схватили. Спасибо.
Не могу разобрать диалект. Я что-то упустила из виду. Он рад беспокоиться за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Pilawich. Ты встречала Паймо, Ишик? Вот дурак. Думает, боги наказали его. Лентяй. Он рад беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Я нашла твои кубики, Такий. О, спасибо. Ты же говорил, Писка украл у тебя кубики. Все знают, что Писка вор. А он утверждает, ты хотел сыграть и проиграл. Он больше не будет со мной играть. А ведь еще бросок, и он бы мне проиграл. Писка просил передать. Не кубики выигрывают игру, а умелый игрок. Кубики снова у меня. И я могу тренироваться дальше. Спасибо, Ишик. Спасибо еще раз, Ишик. Хорошо, что кубики у меня. А? Берегись, подруга Унурату. Воины Ягуара. Не подходи к ним близко. Они всегда ищут какого-нибудь мятежника и не знают жалости. Он рад беспокоиться за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили.
Речь о месте неподалеку. Одинокий страж охраняет меня и свой урожай. Нереально. Больше я не унесу. Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Ну и молодежь пошла, честное слово. Дети скачут по горам, как настоящие козы. Это жутко меня пугает. Надеюсь, что ты из этого дикого возраста уже вышла. А, боюсь, что не совсем. Конечно, не совсем. Унурату беспокоится за Эцли. Унурату! Нужно сказать ей, что его схватили. Эцли схватили. Знаю. Они держат его в казарме. Думаем, как его освободить. Я хотела помочь, прости. Он боец. Что это? Это ключ. Кажется, это вещь из горного храма. Он примыкает туда, где его держит. К ларцу и щель ведь можно попасть из казармы. Поэтому сектанты захватили храм. Там много охраны. Нам нужно будет действовать тонко, тихо. Есть обходной путь? Был один у соляной шахты, но почти обвалился. Там опасно. Может, у меня получится? Возможно. Ты уже достойно себя показала. Последний раз я была там в детстве. Но, насколько я помню, казармы во внутренней крепости. Если я проберусь в обход, я расчищу путь и впущу вас. Мы вызволим Эцли и пойдем за ларцом. Я займусь сыном. Ты иди за ларцом. Не знаю. Мы стараемся не выделяться. Я бы и сам пошел. Но не могу оставить свой пост, а времени мало. Это очень важно для вождя Унурату и мятежников. Говоря, что хочу поддержать Унурату...
Говоря, что хочу поддержать Унурату, я имела в виду совсем другое. Эльза. Мы с Учо разговаривали, Сейну. Учо, что тебя беспокоит? День коронации Эцли приближается. Скоро он станет мужчиной и начнет свой путь становления королем Пайтити. Этот день обещает быть просто чудесным. Мы сражаемся с Амару и его сектантами в надежде на этот день. Иногда нам всем нужно вспомнить, за что мы сражаемся. Я могу чем-нибудь помочь? Когда отец Эцли Сайри погиб, Унурату оказала мне большую честь, попросив взять на себя его обязанности. Одна из них — собрать 3 священных предмета для церемонии, но... Но столько всего происходит, что ты этому не рад. Что за предметы? Это амулет Спасителя, лук Победителя и рог Короля. Каждый предмет несет в себе благословение предков. Скажи, что нужно, я сделаю, что смогу. Я уже отправил людей за амулетом и луком, но если бы ты могла найти Кабила, ремесленника, и забрать у него рог Короля, мы были бы тебе очень признательны. С ним нелегко, я отправил к нему уже 2 и ничего. Вдруг ты сможешь, поговори с его женой. Думаю, я с этим справлюсь. Будь осторожна, у Кабила тяжелый характер. Но его жена Абра как-то с ним справляется. У меня нет столько места. Вот тебе совет. Держись лучше подальше от джунглей. Там обитает нечто опасное. Яник? Папа, папа, иди сюда. Это Ишик. Что тебе надо? У нас сейчас нет времени на восстание Унурату. Ты Кабил? Учу прислал меня за рогом. Рогом короля? Возвестить начало будущего? Ха, можешь взглянуть, что это будущее сделало с моим настоящим. Уходи. Сектанты узнали, что мой папа делал рог. В наказание они отравили наши посевы. И мама заболела. Мой брат Куали пошел на рынок, чтобы достать целебных трав, но не вернулся. Это ужасно. Давай я попробую отыскать твоего брата и достать нужные травы. Спасибо. Говорит, что не станет со мной меняться. Говорит, у меня нет ничего, что ему нужно, представляешь? Сидит среди мусора и потрохов и думает, что может так со мной разговаривать. Словом, он только что потерял покупателя. Я к нему в лавку больше ни ногой. И теперь все свои дела буду вести только на рынке. Ай, яхтингуай. Прости. О, Ишик, чем я могу помочь? Я ищу Куали, сына Кабила. Бедный мальчик.
Чимали, прислужник Кукулькана, держит его в клетке на рынке. Он ждет, когда придет Ахау и накажет мальчика. Спасибо. Удачи, Ишик. Эй, привет. Ишик, чудесно. Опять праздная болтовня. Что тебе надо? Я хочу помочь Куале. Вору? Ты опоздала. Его приговорили к смерти за кражу. Суровое наказание для воришки. Поговорим, когда он украдет у тебя, чужестранка. Что ж, спасибо за сведения. Не за что. Здравствуй, Ишик. Моя лавка закрыта. Тут кое-что случилось. Я хочу помочь Куале. Ох, бедный Куале. Он был здесь. Решил украсть кое-какие травы для матери. Лучше бы он просто их попросил. Я бы ему помогла. Что случилось? Тут стоял страж, и он все видел. Даже если бы я вступилась, это бы ничего не изменило. Теперь его накажут в назидание другим. Спасибо. Какой опасный преступник. Рыночный вор. Сегодня он ворует, а завтра может убить. Как-то чересчур, ты не думаешь? Хочешь знать, что я думаю? Я думаю, надо взять и утопить этих крысёнышей. Всех до одного, особенно Юмила. Да, его отец змеиный страж, но он-то нет. Сунен капель шакабиль. Эй, привет. Эй, ты Ишик? Чужестранка, да? Да, приятно познакомиться. Здорово. Меня зовут Емил. Во что играете, мальчики? Мы не играем. Мой отец – жрец из змеиных стражей. Я взял его церемониальный нож, чтобы показать друзьям. И это заметил Чимали, страж. Чимали знал, что отец будет в ярости, когда не найдет ножа. И забросил его туда. А нож там застрял. Я попробую помочь. О, правда? Спасибо. Спасибо, Ишик. Пожалуйста. Эй, погоди минутку. Взрослые все время прогоняют нас. Но ты помогла. Что тебе надо? Тш, я поговорю. Чего ты хочешь, Ишик? В смысле, чем мы можем отплатить тебе за помощь?
Я хочу помочь Куале. Слишком поздно. Его приговорили к смерти. Ничего не поделаешь. И Чимали, страж, тебя ненавидит. Чимали погонится за вами, если его подразнить? Что? Если он покинет пост, я смогу помочь Куале. Да, мне нравится. О, скажешь Куале, что мы ждем его в пещере? Он поймет. Там его не найдут. Конечно. Идем. Аста, Райми, со мной. Самин, прикрой нас. Встретимся в пещере. Отойди, Ишик. Мы сейчас все устроим. Чимали, ты трус! Ты сдохнешь рабом! Иди сюда и отведай моего ножа! Ха-ха! Да! И ламьих какашек! Бежим, бежим! Где ушинам? Прошу, это просто травы! Умоляю, я... Твой брат рассказал о твоей беде. Стой, а ты кто? Я та, кто хочет помочь. Я не хотел, чтобы так произошло. Я просто хотел, чтобы мама поправилась. А где травы? Дай их мне. Я вылечу твою маму. Беги, твои друзья ждут тебя в пещере. Спасибо. Вот они. Я побегу как можно быстрее. Знаешь, чего не хватает в этом городе? Любви. Раньше она витала в воздухе, как аромат гибискуса. Этот аромат исчез после смерти мужа Унурату Цайри. Их любовь была очень заразительной. Куда бы они ни... Ах, Мекиншуну! Я же сказал, убирай. Но важную роль в сюжете Джон Сноу сыграет и без костюма. В журнале EW вышла куча обложек постеров с вечными, а заодно большая статья о фильме, где сказано, что в основе сюжета лежит...